Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Грешник, либо как она называется, Блэсмяус, Блэшхемус, да, как-то так. Окей, что мы делаем? У нас с вами дохера путей. А если бы точнее, раз, два, три, четыре, пять. С этой стороны тоже, да, скорее всего, есть что-то или нет? Сейчас узнаю. А, нет. А, но все равно показывает, что есть. Вот, видите, там проход. Наверное, самое обычное это пойти сначала исследовать лево и право. То, что я и сделаю, в принципе. Так, две тычки, хорошо. Ты что? Ого. А, мужик. Какой-то херри. Окей. И поджигательница. Вот. А это как раз то, что мне надо. Стой, там двери, надеюсь, не навсегда закрылись. Сейчас кто-то спросит, а что это я сделал? А я сделал себе только что подъем наверх сюда. Вот так вот. Это босс? Здесь нет. Благословенные глаза, что с обожанием взирает на сердце измученное. Пусть придет ко мне страши и голды, ибо есть редкая питамия. Свисточки. Радость Эфити. Шесть жгучих боли прознают мою цветущую грудь. Возьми боль одной из моих одной. Из шести смертных пятен с души своей. А, так это фу, я думал, это босс. Фу, облегчение. Максимальный уровень здоровья увеличен. Ни хрена себе. Ну, не, это было прикольно, на самом деле. Все-таки, видите, здесь есть даже такое. Не, ну это классно. А не, это классно. Ладно, поехали. Значит, у меня лево есть. Есть право. Интересно, что здесь. А, я хочу тебя забрать. Это улучшение для меча. Но я не могу. Я не знаю, как его открыть. Скорее всего, там дальше будет что-то. Наверное. Блин, мне бы где-то алтарь найти, чтобы прокачаться. Хотя, подождите, я могу поехать сейчас на телеге вниз. А что я там прокачаю? Вот именно что ничего. А, я понял, да. Отравленные луга. Не, может быть, благодаря хилкам я могу туда пробежаться? Могу, посмотрим. Не, я рисковать не хочу, ладно. Поехали сюда. Котлы. Вот это, допустим, немного наносит. Ну, блин, это... Она немного наносит... Ой-ой-ой. Бабуль. Прекращайте. А чё ему ни хера не наносит? Так, отлично. Наверху, да, что-то есть? Да, наверх есть проход.
Блять, не-не-не, спасибо. Вот минус то, что типа. А им урон не приходит. Ладно. Момент, когда лучше использовать магию. Вот что это за хрень, скажите? Почему столько урона из-за того, что я дотронулся до какого-то сраного ведра? Наверх я все равно не попадаю. Хоть там есть с другой стороны, ладно, проход. Пока я туда дойду. Пока я туда дойду. Чувствуется, я отлетаю. А, не. Я и так отлетаю, походу. Если сейчас не придумаю, как мне вот эту пройти. А, фух, я была на... Которая с цепями в том. Так. Грудина актера Витаса. А, Каскадия. С восхищением воспоминаю имя Витаса... Ран Варнаса. Он вдохнул людей альтруистической детали и воодушевляет словами. Почему-то он в виде этот галстука. Не, ХП у меня, да, сейчас проблематично будет. Ох, фух. Вот это пронесло, окей. Что, я еще не сдох? Я открыл себе проход. Блин, я еще босса не встречал. Это обидно. Манать, она жесткая. Лучше, короче, сразу реагировать на нее. Либо потом будут проблемы и пиздец. Ай. Вот, вот это проблематичная старуха. А нет, нормально. Изи. За 4 удара старуху можно ёбнуть. Что носит с собой самовар. Давайте я поверху пройду. Ну, я понимаю, что далеко не пройду, подожди, а если поверху?
Вот. Монатина наносит много дэмэджа своим ведёркам. Я типа могу заюзать хил. Блять. Чисто сюда. Обмазаться. После чего я могу... Блять. Нужно эту старуху как-то сюда вывести. Я ебнула ведро, а не яд. Не, ну яд, типа, видите, он постепенный, но он много дамажит. Яд сильный. Не понял. Жемчужинка, ты что, сломалась? Найс. ГГ. Что сказать? Сразу плюс проклятие. Откуда я мог знать? А, ну хотя я могу это забрать, это забрать. А, чё я тупил? Я мог сюда подняться. Ёлки-палки, ладно. Так, фрагмент золотой маски. Осколок золотой маски. Кусок чеканного золота. Осколок маски, разбитый много лет назад. А монашки из монастыря... Владычицы нашей с ликом опаленным. Поклялись, что мир никогда не увидит их обожженного лица. И вера бывшего обладателя маска пронизала металл. Дает некоторую защиту от пламени. Ага. Предание. Номер два. Годы шли и начали появляться на ее лице следы естественного старение, как и на лицах ее подруг. И лишь ожоги остались такими же свежими, как в тот день, когда пролилось кипящее масло. Рана все еще дымила, жгла, смердела. Это почти так. Посчитали чудом, и церковь канализировала это при жизни. И стала она владычицей нашей, с ликом опаленным. В нее честь была основана орден. Все монашки ордена, а также те, кто хотел жить по обычаю его, должны были обжигать свое лицо так же, как и Аурия. Наносила золотую маску, под которой скрывается марля, облегчающая вечную боль от ожогов. Ясно. Так, а теперь мне нужно спуститься по фасту. Отлично. Отлично. Так, сохраняюсь. Чтобы баночки восстановить. Так. Та-та-та. Так, а там у нас была отравлена, да? Поэтому я туда не пошел. В левую сторону, вниз. Снизу влево. Так, а тут я просто не дошел.
И проклятие пропало. Вы видите, оно даже не фул восстанавливает. Фрагмент пальца. Стопэ. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Фрагмент пальца советницы Мириам. Мириам Барта знала, что нужно, чтобы добиться успеха. Но судьба так непредсказуема. Хоть болезни и сократила ее жизнь, наследие. Наследие стало вечным для тех, кто ее любил. Я как понял, верхние атаки более наносят урона, чем нижние. Но это, сука, призрак ебаный. И та еще херь. Так, маленькая бусина из синего воска. Крошечный комочек воска цвета пыльного неба. Хрики, замученных, превращенных своей верой, все еще дрожат внутри его. Он несколько увеличит рвение обладателя. Предание. Аббатство перестало быть тихим местом. Крики боли, доносящие из каждого кельи, пронзали стены старого. Старый монах знал, что пришла его очередь, поэтому встал с кровати, куда его бросили, и посмотрел на несколько предметов, лежащих на столе. Большая часть из этих напоминала ему о жизни до вступления в орден. Он хотел, чтобы чудо поцеловало его и погрузилось в приятные мысли. Больше всего воспоминаний пробуждал маленький комочек воска, теперь уже покрытый пылью, на которые он собирал капли с тающих свечей во время процессий. И это свеча, да? Увеличит, короче, рвение. Ага. Прикольно. И тут, короче говоря, ничего нету, да? Здесь... Значит, нам только вниз идти. Там, где травлено. Хотя, подождите, здесь еще что-то есть, но туда я не мог попасть. Там лифт у нас. Давайте в отравленную зону. У нас не так уж много вариантов, куда идти. Очень немного. Окей, здесь охранка у нас. Хорошо, полетели тогда в отравленную комнату. Посмотрим, что смогу сделать. Ага. Здравствуй. Сердце селитровой крови. Сердце селитровой крови. Урон атак так увеличится, когда кающийся близок к смерти. Ага. Это было незадолго до того, как его причислили к лику святых. Чудо даровало награду этого скромному пресходному священнику и
и исповеднику. Видение всех грехов будущих и прошлых, всех помыслов и деяний каждого человека, кто к нему приближается, и не нужно было слушать ему наши признания, ибо он и так все про нас знал. Он знал глубину, он знал искренность нашего покаяния, он знал все. Не было более близости между грехом и грешностью. Мы были все наги перед ним и перед чудом. Наги. И боюсь, благодаря этой он просил нас прикрыть ему голову платку плотной мешковины, дабы оставить вечные видения греха, а молил нас отвести его далеко-далеко. Окей. И как я понимаю, это я не могу использовать, да? А что это дает? А, точно, блок. Ну, не знаю, типа, стоит это блок прокачивать, или же лучше все-таки этот взять. Урон. Я думаю, урон, да? И заебись. Ну, плевать, у меня все равно осталось все, что мне нужно. Так ведь? А нет, мое тело там осталось, ладно. Ну пойдем заберем, какая разница? Оно не так далеко там находится. Все. ГГ, найс. Так, ну как я понимаю, я получил третью часть крови, да? Ну, на меч. Или голову я лучше этот поставлю. А ну-ка, подождите, я хочу посмотреть. Снаряжение. А, ну здесь, видите, моментальный блок. А там, да, все-таки он ждет какой-то промежуток времени. Но я не знаю, насколько будет там урона этого. Лучше пускай будет блок. И что мне интересно? Стоп, это что? Здесь еще был проход? О котором я не знал? Или чё? Или чё? Не понял сейчас нихера, вот честно. Сука. Заебись. Пошли мы в сраку. Вот, блин, призрак меня бесит. Вот призрак меня действительно раздражает. Вот, а я тогда сюда не полез, да? Найс, тут что-то, оказывается, есть. Окей. И херня в том, что я ее не достаю. Да, вот в чем херня. Я не достаю. Сейчас я ее грохну и заберу свечу. Ничего не произошло. Странно. Значит, у меня чего-то еще нету. Интересно, чего только. Угу.
хрена. А чё так сильно? Да ёлки-палки. Не, это плохо. Ладно, не буду спешить. Да ёлки-палки, почему... Почему сбрасывается? Почему нам сбрасывается? Старуха, я тебя сейчас ёбну, сори. Все из-за тебя, ты сама виновата. Босс? Если босс, тогда дайте сейф. О, блядь. Так, высушенные цветы, пропитанные слезами. Лепестки оливкового древа, залезшего на холоде. Слезы истинной горечи не дали морозу иссушить их окончательно. Теперь они стали так и не сделаны подношения, которые не донесли до могилы святого и потерпели в снегах. Так же, ну что ж, я вспоминаю об этом с глубокой печалью. Энгарасия была одной из нас, она родилась в Альбера, так же, как и я и ты. Но она была особенной, потому что каждый день после сбора олив, она останавливалась в горах, когда все остальные из нас уходили. Кто-то говорил, что видел, как она плачет, и мы решили, что она останется среди олив, чтобы побыть наедине со своей печалью. Потом долгие засушливые годы, годы раздирали землю, и хоть иные деревья высохли и погибли, оливы на нашем холме продолжали плодоносить. Ко всему увиденному, они еще никогда не приносили такого урожая. Из-за этого пошла молва, что дева поливает Али своими слезами. Однажды утром мы нашли ее, опирающейся на одной из деревьев, мертвой. Умерла она от печали. Этого мы не узнаем никогда. Мы похоронили ее в маленькой пещере рядом с оливковой рощей, где она плакала. На следующий день оливы засохли. Окей. О, сейф. И как раз босс. Получается, да? Из благословенного места доверил мне просматривать за тобой, кающий, и я присматриваю. Имя мое Веридиан. Мне даровано дар, чтобы могла я нести бремя твое, когда тебе нужно, и лишь тебе выбора. И лишь тебе делать выбор. Безмолвно кащать, тебе потребуется моя помощь, чтобы выполнить долг твой. Давай. Да будет так. Здесь проход. И походу здесь проход к боссу. Да? Ух ты ж, ёбаный в рот. А что за красавчик? Манать. А чем она помогает? Извини, она походу просто стоит, точно, точно. Она плачет. Она просто стоит и плачет. Заебись. Охуенная помощь.
О, тихо. О, я могу цепляться за эти. А, я понял. Можно хп? Пожалуйста. А, ничего, что у меня пол хп еще было? Круто. Ладно. Ну, я понимаю, что мне лучше этот воспользоваться. И по бусинкам мне лучше... Где бусинки? И давай, наверное... А, это и есть магическая атака, да? И как мне одолеть его? Он очень сильный. Но это жестко. Да. Ладно, она хотя бы хилит. Так, окей. Я не знаю, но он сложный. Он даже не то, что сложный, он долгий. Блин, походу я отлетел. Девка, хиль, пожалуйста.
Девка, ну пожалуйста. Серьезно? Заеби. Лучший просто. Лучший. Не, можно, короче, сейчас знаете, что сделать? Попробовать. Я не знаю, насколько это будет только эффективно. А когда он подлетит уже в центр... Пульнуть в него заряженное. Просто принес у него заряженную атаку. Да, ёлки-палки. Окей, хил. Изи. Не, на самом деле без нее бы я тоже прошел, потому что она дала только один хил. Я мог бы этими хилами воспользоваться просто сам своими флешками. Вот этими. И все. В смысле? Я туда хочу пройти, как бы, нет? Нельзя? Ладно. Это сейчас серьезно? Карта недоступна. Ладно, это какие-то пески. Здесь что-то есть. Или это должно было быть чем-то. Во имя великого суда Божия и сына чуда. Когда ты встал на колени перед телом священным моим, узрел ты золотый лик мой, хранящий одну из трех печалей кающихся душ. Наше чудо избрало меня среди всех на Божие. Чад ходит по этому священному морю, как избрало и тебя. Да расправится злато на лике моем, да состоится она следы сожаления с души твоей. Сердце полно вины. Пробудись ото сна. Священная рана сожаления. Монастырь владельца Филипп. Священная рана сожаления. Метка, оставленная золотым
золотым ликом, который показывает чистоту сожаления в душе кающегося. Санто Кредо, стих 3. Дверь к матери открывается, когда объединяются три раны. Трещины пройдут по матери, оболочка лопнет и запретно станет мирским. Золотой наперсток с горячим маслом. Изи. Ты перенес первое уничтожение покаяния. Тебе было позволено узреть лик сожаления. Ты должен простреться перед двумя остальными священными ликами. Окей. Интересно, а куда это проход хотя бы? Так, ну мне к великану еще нужно будет сходить и отдать ему масло. Украшенный золотой наперсток с надписью. Лишь холодное злато может. Девушка из деревни. Так, номер первое. У одной девушки из деревни, звали ее Ария, было такое прекрасное... Все, я понял. Так, давай посмотрю, куда это, во-первых. Все, я не хочу это знать, куда это. Я просто пойду дальше. О, найс. Так, добродетель вырос у меня, хорошо. 7000. Горячая кровь. Священная техника, которая позволяет владельцу Мия-культ с помощью клинка благословить собственную кровь и превращаться в его материальное оружие. При использовании расходуется. Ну, в принципе, можно прокачать. Сейчас, ладно. Что у меня еще есть? При падении, парирование. Давайте я, наверное, вот это потом прокачаю сразу. Ну а смысл, если я атаковал, вот, допустим, вверх, да? И пф, такое. Так, а что я там хотя бы прокачал? Метание, да? А метание у меня на R. Вон оно как восстанавливает хп. А я понял. А теперь только у меня хп мало. Ладно. Не страшно. Ваншотнуло? Серьезно? Так, а это вот... Неплохая вещь, стопы. Ага, оно только пуляет по диагонали. Хорошо, буду знать. Ай-ай. Это не убило с одного. Плохо. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами. Моменте. Поэтому давайте сразу. Понимаете, прикол в чем? Я могу себе сразу восполнять энергию. Для чары и всего такого. Давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.